полиция. Надо мной завис вертолет. Видите, вертолет завис. И тут еще полицейский катер. Что-то здесь, я думаю, произошло. Именно вот здесь, я не знаю, что. Похоже, они прочесывают воду. Может, кто-то утонул. Может быть. Ищут сверху. Прямо вот над этим местом. Видите, я тут гуляю. Можно задержаться, посмотреть, что будет дальше. А точнее, это не полицейские, это спасательная служба, вертолет спасательной службы, во-первых, да? Во-вторых, вот этот катер, который сейчас тут едет, очень медленно, и один из экипажа внимательно всматривается в воду. Это тоже не полицейские, это... Кюсбивакнинг – это, как сказать, береговая охрана. Береговая охрана. Они очень, очень медленно продвигаются и всматриваются в воду. Ладно, пойду дальше. Пойду дальше, потому что вертолет смещается туда, вдоль пролива. Посмотрю, что там делается. Ну, по крайней мере, два охранника прошли. Ну, охрана порядка. Они тут вообще никогда не ходили. В прошлом году, по крайней мере, и до этого не было. В этом году их впервые стал видеть. Ну, видимо, от того, что сейчас очень много народу здесь тусуется. Полгорода разбредается по пляжу. У нас сегодня опять 30 градусов в тени. Вот. Жарище конкретное. Я даже это кепку одел, потому что, ну, прям печет. Мощно так печет. Вот. Ну, дальше двигаюсь, посмотрим, что там дальше будет. Да, что-то здесь произошло. Несмотря на то, что полно народу, это ближний пляж, я дошел до него. Вертолет сейчас где-то здесь зависает. Вот, я смотрю. Так, я вижу две полицейские машины. Вижу две спасательные машины. Офигеть. А, тут еще обнесли даже этой. Да, что-то произошло. Обнесли лентой. И там стоит на рейде. Видите, красный спасательный катер. То ли кто-то утонул, то ли непонятно что. Видите, тут лента и все закрыто. Ага, вот оно в чем дело. Сейчас пройду на ту сторону заграждений. Народ сидит, как ни в чем не бывало. Пофигу. Нет, тут дофига, вот еще красные спасательные, две пожарные, скорая помощь, там еще полицейская, тут еще, ой, тут, наверное, полгорода съехалось. Сейчас я пройду туда поближе, посмотрю. Ну, что-то тут серьезное, ну, как бы, я не знаю, нафига столько, и обнесли еще оградой, не оградой, этой лентой. Видели со всех сторон. И тут кусок обнесли. Так, сейчас мы подумаем, что могло быть. Тут спортивная площадка. Ее обнесли тоже. Значит, какой-то, видимо, конфликт произошел, наверное. Какого фига обносить это все? А может, нет, может, чтобы люди тут не толкались. Следы не затаптывали. Акут. И вон там акут. Офигеть. Ну, вот эти ребята тут понаехали, конечно, полное нарушение правил. Здесь вообще-то запрещено. Так, вон там спасатели, пожарники. Что там еще? Водолаз я вижу в красном. Так, никого не пускают в воду. И там люди ищут. Да-да-да, точно, ищут. Кто-то утонул конкретно. Да, вон дьюкари, эти сам в красный, видите, это водолазы. Так, нашли они кого-то или нет? Наверное, нет, потому что еще никто не расходится. А вот телевидение пришло здесь. Так, врачи куда-то стали смещаться.
Сейчас посмотрим. Наверное, нашли. Вон там мосток. Если они сейчас пойдут на тот мосток, значит, там нашли кого-то. Ну-ка, куда они идут? Куда они идут? Пойдем туда, посмотрим. Да, я такого скопления спасательных служб, полицейских и водолазов еще не видел никогда. Может, конечно, это учение, и кто толком ничего не знает. Может, учение проводят они. Хотя, не думаю. Наверное, все-таки да. Нашли трупы. Похоже на то. Врачи наготове. Врачи наготове, значит. Сейчас что-то будет. Так, вон там. На мосте вроде бы они выходят водолазы. Врачи спускаются вниз. Пойдем посмотрим. Видите, в красном идут водолазы. Очередная смена. Они тут по сменам работают. Короче, вот в Афтонбладет, вот здесь сейчас нахожусь. Вот этот пляж. Я прямо перед этой линией. Правда, уже кораблик отошел в сторону. Короче, здесь женщина утонула. Сейчас ее все ищут. Сейчас я прочитаю, что они тут пишут. Ну да, здесь написано, что женщина исчезла после половины третьего. Она в воде час пробыла примерно, и потом исчезла. И сейчас все службы здесь, вертолет летает, все ее ищут. Пока еще не нашли. Вот. Водолазы меняются один за другим. Вон опять этот спасательный кораблик сюда подъехал. Тут и полицейский катер уже, в общем, курсирует вокруг. Похоже, тут очень-очень много людей задействованы в поисках. Пока не нашли. Так, я смотрю, вот эту правую часть уже водолазы тщательно осмотрели. Вот эта часть пляжа пока еще была открыта. А сейчас полиция стала обносить ее лентой. И просить всех покинуть прибрежную зону для того, чтобы водолазы начали обшаривать здесь. То есть утонула женщина, уже получается так, полтретьего было, сколько сейчас времени-то? Уже до часа два прошло. До сих пор еще найти не могут. Полиция, видите, протягивает ленту. И просят людей покидать пляж. Водолазы переместились сюда. Вот, видите, чувак с красной, с оранжевой веревкой. Держит ее, да, там водолаз работает. Там работает водолаз. Вот тут телевидение. Вот я сейчас зашел на страницу Афтонбладет. Они уже эту новость передали, фотографию с того места, где я сказал, перекинули. Я думаю, вот эти ребята сейчас на новую информацию перекидывают периодически. Как только ее найдут, я думаю, надо здесь оставаться еще подольше и ждать окончания поисков. Я думаю, тут будут искать до упора. В Швеции, если полиция или там спасатели что-то делают, они на полпути это не бросают. Конкретно разбираются с этими делами. Вот так вот. Вот, сейчас водолазы прочесывают ближнюю береговую линию левой части пляжа. Вот там, видите, полицейский катер еще подъехал. Оттуда наблюдает. Вот, народ сдвигается. Их попросили сдвинуться, не мешают работе. Так, один водолаз идет на выход. Уже ничего не нашел, у него кончится кислород. Примазался к телевизионщикам. Я не понял, почему-то резко все стали разъезжаться.
Вроде бы я не видел, чтобы кого-то выловили. Посмотрите, они прямо резко снялись и уезжают. Может быть, все-таки выловили, но корреспонденты эти с телевидения тоже не видели. Я тут около них трясся все время. Все, вроде бы это. Закрываются поиски. Но они не должны были просто так уехать. Значит, похоже, нашли. Хотя фиг его знает. Рудник Вахты стоят, пляж до сих пор огражден. Не знаю почему. Наверное, может, позже приедут еще. Может, поехали запасы кислорода, кислородных баллонов возобновить. В общем, буду следить в новостях, потому что в Aftonbladet оперативно они все это показывают. Вот эти ребята-корреспонденты расскажут что-то, наверное. Так что... Непонятно, чем это все закончилось и закончилось ли. Ну, прошло 15 минут, как уехали спасатели. Но тогда тут приехали дополнительные урдник вахты, охрана порядка до сих пор и полиция, и больше стало этих охранников. Пляж также обнесен лентой. И похоже, просто они сейчас, эти самые водолазы, сменят оборудование и приедут еще. Я не знаю, что у них за такая специальная тактика. Может быть, они ждут, когда труп сам всплывет, может быть, я не знаю. Но, по крайней мере, они сейчас тут обыскали оба пляжа конкретно и ничего не нашли. Вот. Но учитывая, что заграждение не снято и все остается по-прежнему, обстановка напряженная. Вот там сейчас полиция инструктирует рудник вахтов, вот полицейских отвод в сторонку. И что-то будет им говорить. Они, видимо, будут сейчас становиться по периметру и, так сказать, смотреть, чтобы люди не лезли куда не следует. Ну, как я и предполагал, вот обновленная новость с Aftonbladet. Значит, все то же самое. И вот написано 16:30, сейчас 60:52. 16:30, то есть 20 минут назад, женщина так и не была найдена. И самое главное, дальше написано, что поиски на воде и на земле будут продолжаться. То есть еще ничего не закончено, можно посидеть. Сейчас приедут еще эти самые, видимо, водолазы, и поиски начнут продолжаться.